Добро пожаловать на канал «Четвертое измерение». В сегодняшнем ролике поговорим о классическом хронографе ЦИСО. Яркий представитель семейства Т-Классик заметен издалека благодаря браслету тонкого миланского плетения и контрастному черному циферблату. Стальной корпус диаметром 41 мм оснащен тонким полированным безелем и подойдет на любой размер запястья. Браслет отличается меньшим весом по сравнению с другими типами плетения и быстро подгоняется под размер запястья без необходимости обращения в мастерскую. Браслет оснащен ювелирной застежкой с функцией фиксации для регулирования длины. Черный циферблат оснащен тремя окошками хронографа, индикацией даты и стрелками и метками, имеющими люминесцентное покрытие, благодаря чему считывание показателей становится возможным даже в темное время суток. Хронограф с возможностью измерения долей секунд, секунд и минут придает модели спортивный вид, не затмевая при этом ее классическую направленность. Вынесенная секундная стрелка находится в положении 6 часов. Сапфировое стекло, которое покрывает циферблат часов, защищает его от царапин и отличается отличными свойствами прозрачности, которая сохранится на протяжении долгих лет. Швейцарский кварцевый механизм от компании ETA имеет также функцию индикации уровня заряда. Когда батарейка разрядится, секундная стрелка начнет двигаться с интервалом 4 секунды. Водонепроницаемость часов 10 атмосфер. Это означает, что вы сможете не переживать за сохранность механизма и принимать в них душ или даже нырять без сильных перепадов давления. Мягкие очертания и плавная форма ушек делают PR100 хронограф лаконичными и эргономичными, сливаясь в единое целое и образуя гармоничный образ классических часов, которые можно надевать каждый день, не беспокоясь о сочетании с другими элементами образа. Спасибо за просмотр! Ссылку на модель вы найдете в описании ролика. Оставляйте свои комментарии, заказывайте на сайте «Четвертое измерение» и до новых обзоров!